гражданин Российской Федерации. Нахожусь здесь, так как прохожу службу в 7-й бригаде 6-й роты 2-й МСБ. На данный момент я командир взвода номер 1. Звание мое старший лейтенант. В марте 16-го года я сюда приехал, в Красный Луч. Устроился через снежной военкомат в 7-ю бригаду. Я обеспечил безопасность, прикрытие на свои позиции. На этой точке, где я находился, 7 человек. Очень большое расстояние. А? Смысл приезжать сюда есть? Смысл? Здесь у них, здесь народная милиция. Поэтому. Ты много увидел народной милиции? Наслышан тоже всего. Поэтому я уже собирался отсюда сваливать. Написал уже несколько рапортов, но меня не отпускают. Меня ждут в России. В августе месяце я собирался ехать в Россию. Я считаю, что эта война бесполезная. Просто убиваем друг друга. Вернуться домой, призываю всех тех, у кого есть семьи, которые приехали сюда. Парни, возвращайтесь за мной. Спасибо вашим докторам, что помогли. Спасли мою ногу. Вот вообще относятся по-человечески ко мне. Спасибо вам всем. Я благодарен бойцам украинской армии, что они сохранили мне жизнь.